Предлагаю вам интермедию, как англичанин, который работает в отеле в Турции по контракту, вынужден выучить русский язык, потому что на другом не понимают, выгоняет нашего туриста домой. Я приглашаю на сцену олицетворение русского туриста за границей. Вот она, наша военная угроза. Вот за что нас вынуждены уважать во всем мире. Все. Все. Сил у нас больше нет. Мы вас депортируем. Да. А депортатор не треснет? Хотите обратно в свою Россию? Вот еще одно такое слово. Я с вами буду разговаривать только в присутствии своего авокадо. Понимаю. Вообще, что вы без нас тут делали? Ну, без нас ваш бизнес загнулся бы давно. Пока нас не было, вас тут в отеле, че черти что, шлялись все туда-сюда. Мы заехали. 2 дня пожили, и все. Тишина. Вот ваши чемоданы. До свидания. Ты аккуратнее с чемоданчиками. Горячее с салатиками не перемешаем. Вот. Почему вы каждое утро на завтраке всю еду со шведского стола в чемоданы складываете? Так стол-то шведский! И? Я ж потом на пляже шведов с руки кормил. А почему у них такие морды разбитые? А они есть не хотели. Окей. Вы зачем ловили акулу на живца? Ну, не знаю, всем понравилось. Всем, кроме живца. Японский турист это никогда не забудет. Кстати, зачем вы ему пообещали устроить личную жизнь? И подарили фото будущей избранницы? Мы навели справки. Это некий... Никита Джигурда. А, так это он еще его голоса не слышал. Окей, я здесь. Окей, переходим к самому страшному. Вы зачем стриптизерше в трусы краба засунули? Чтобы она двигалась побыстрее. Я ж думал, она уснет на этом шесте. Мы ее до сих пор с шеста снять не можем. Краб тоже вылезать боится. Теперь самое кошмарное. Это вы играли с эстонцами в скороговорки на деньги? Да, было дело. Верните им хотя бы паспорта. Это невозможно, но спасибо. Я их паспорта в залог на скутер оставил. Почему от вас не отходили девушки у бассейна? Ну, потому что на тот момент возле бассейна я был самым сексуальным мужчиной. Oh, а потом я с ними конкурс проводил. Хочешь губы, как он, Анджелина Джоли. И заставили целовать мангал? А почему вы молчите о другом конкурсе? А, это вы о высокоинтеллектуальном конкурсе, кто больше пузырей в бассейне пустит. Вот-вот, при этом ртом нельзя. Я вижу, вы принимали участие в этом. Съев гороху, дядя Кузя запузырил водоем. И за это дядю Кузю мы джакузи узнаем. Ладно. Уезжаю я из вашей Турции. Духу моего здесь больше не будет. Духу, может, и не будет. А вот душок останется в аквапарке. Вы там так в трубе перегаром надышали, что после вас народ вылетал уже пьяный. А что вы сделали с китайцами?
А что я с ними ничего не делал? Я им просто предложил намазаться с ног до головы шампунью для скорости. Зачем? Зачем? Вот вы когда-нибудь видели китайцев с вертикальным разрезом глаз? А я видел. И потом, если бы меня послушались, как следует бы натерлись, они бы сэкономили на билетах до Пекина. Они же так вылетали, что бассейна не хватало. Перелетали туда-сюда. Окей, самое ужасное. Зачем вы в лифте тискали пожилых туристок из Франции? Ну, каюсь, больше не повторится, что? А они-то требуют продолжения. Думают, это входит во все включено. И что нам делать? Что делать, что делать? Ладно! Уболтали! Остаюсь!